Всем доброго времени суток. Сегодня у меня посылка от подписчика. Насколько я понял, там будет магнитола на переделочку и большинство подарков для меня. Поэтому вскроем, посмотрим. Посылка, кстати, из города Невест Иваново. По внешнему виду, конечно, жизнь ее потрепала. Но это у нас такая вот контора. Будь она неладна. Вот. Наполнитель. Вот человек постарался, запаковал. Вот это серьезный подгон. Кстати, вот то, что мне и нужно. Хотите верьте, хотите нет. Но вот этого мне всегда не хватает, так как я всегда занимаюсь поделками. Не только по пластику, но и по дереву. За это отдельное спасибо. Так, дальше у нас магнитола, скорее всего. Это моя магнитола на переделку. Из пожелания микрофон выносной. USB-код отключ. А, код написан на крышке. Доехала в целости, поэтому думаю, должно быть все хорошо. Ну а дальше это все будут подарочки, насколько я понял, для меня. Здесь тоже какая-то магнитола. С битым экраном, но все остальное присутствует. Даже антенка. Вот. Дальше у нас. Вот эту штуку тоже всегда хотел проверить. Спасибо, что вы ее выслали. Я про них много слышал, но посмотреть, как она работает, никогда не доводилось. Поэтому за это отдельное спасибо. Дальше это у нас Ятур. По-моему, про который мне хозяин говорил, который работает, то не работает. А это, да, вот с Bluetooth, скорее всего. Тоже всегда хотел с ними посмотреть, что это такое, так как меня всегда упрекают в том, что почему не я тут, почему я колхожу свои доработки. Но вот человеку можно подтвердить, что эта штука не всегда хороша. Поэтому он мне ее выслал чисто для изучения. Так. Хозяйстве пригодится, по-любому пригодится, особенно с проводкой. Сейчас как раз свою магнитолу устанавливаю, поэтому по-любому пригодится. Дышить, как-то правильно, дым смог мой. Дышите моим дымом, что ли? Что-то типа того. Так, это у нас микрофон, скорее всего, который надо будет приладить к магнитоле. Его кладем вместе с магнитолой. Далее здесь еще один микрофон, так как мы разговаривали. Сразу несколько проверить. Тоже туда же. Еще наклеечка. Боевая классика. ВАЗ. Отлично. И вот это очень классная штучка. Здесь сверлышки очень маленькие. По-моему, 0,7 либо миллиметр. У меня просто уже когда-то один раз сделали такой вот подгончик. Очень удобно. И у меня уже начала закрадываться мысль, что я буду делать, когда они закончатся. И вот человек просто как знал, что мне понадобится. За это вообще отдельное спасибо. И еще две магнитолки. Это уже тоже, насколько я понял, чисто для меня.
на опыт и подарок. Ну, вот такая вот магнитолка. Будет время, что-нибудь тоже замутим. Она, по-моему, закодирована. Либо это не эта магнитола. Но в любом случае, с современными технологиями можно что-то интересное придумать и вам показать. Эту покладем отдельно, чтобы их не спутать. И еще у нас... О, вот это, кстати, классная вещь. Она у меня уже тоже заканчивается. Это оплетка для выпайки деталей, для снятия припоя. Отлично, спасибо большое. Это мне очень даже пригодится. И еще одна магнитолка. О, блаупунт. Похоже, недавно делал аукс, если кто смотрит мой канал с кнопкой. Это довольно-таки интересная магнитола. У них устанавливалась карточка для защиты, иногда даже еще и код. Поэтому это тоже может быть очень интересный проект, тем более есть кассетный механизм. Так что, если кому интересно, пишите. Будем делать разные проекты. Вот. Андрею, конечно, огромное спасибо. Для меня прям, можно сказать, такой некий Новый год. Это как вот для ребенка распаковывать подарки. Очень приятно, конечно. Постараюсь выполнить все ваши пожелания по магнитолке. Ну, у меня сейчас, честно говоря, в голове куча просто уже проектов. Даже вот с этой разбитой магнитолой, возможно, у меня просто есть какой-то планшет, там может что-то даже заколхозить, но не будем забегать вперед. Честно говоря, очень приятно. Поэтому огромное спасибо. И до новых встреч.